эксцентрична ручка. В основном используется для укрепления пальцев, чтобы сдержать оттяжку, если соперник борется верхом, чтобы можно было его придержать и завернуть крюк. Ручка с лямками. Помогает гарно укрепить кисть, то, чтобы заходить в крюк. Вот. Также дает нагрузку на пальцы. Надо. Супер ручка. Вся правда о силовых видах спорта на канале «Железный рейтинг».